их не брать в руки, потому что они не любят рептилий. Зато вот они к человеку привыкли, вот так следуют за ним, мы их зовем, они идут за нами. Корм с рук берут. Да, здесь маленькая. Еще сфотографируем. Корм научится брать из кормушки. Вот. Если хотите их покормить, ловите на себе мух вот этих. Они великолепны. Иди, горм. Горм. Вот, молодец. Очень мух хорошо едят. Какой хороший. Не разловит, но мух им еще пока не так просто. Получается. Тим, ну конечно не за такой степени, как стерки. Ну вот сейчас вот уже вдвоем. Сейчас они сидели уже вдвоем, да? Они такие, сейчас много белка требуют. Потом-то уже комбикорм, зерно, ягоды хорошо едят, зелень едят. Они, в общем, все ядные. Траву они. Траву-то они потом. Нет, такую большую траву тебе не будут есть. Тем более, да. Ты невкусную траву даешь. Если уж траву, то надо. Коммерческое предприятие, почему бы не пушистый ресторанчик у них там, и гостиница. Все есть. Да. Не травы тупо. Хозяин-то он дома. Недорого. Тем более, это в Подмосковье, хоть и колонки нежные. Все это у них все хрящевое, косточек еще нет. Чуть толкнул, чуть там это, суставы очень слабые. Такие пятнистые яйца, если птица покидает гнездо, то это яйцо сливается как бы с окраской гнезда, и его не видно совершенно. А мы, значит, записываем год откладки, номер вида. Здесь какой номер вида, посмотрите. Какой номер? Два. Нет, не два. Один. Один. Это стебель. Белый балахон. Но главное, на руку надеваем вот этот вот макет головы взрослого стерха Японии. А что да. Там? Язычок? Ну, видимо, пружинка не такая. Так же кормят, да? О, чушь. Нет, это просто художник делал. Японцы этим не занимаются. У них есть свои журавли, и стерх только. Стерх это эндемик России, то есть нигде, кроме России, он, видите, уже падал, расколот клюв-то. Поэтому я говорю. А у вас много таких костюмов? Ну, костюмов достаточно, клювов мало. Они дорогие, $200 одна штучка.